меня новость на видео. Ну вот, пришли мы на работу, у нас вот ночью был обстрел, слава богу, детей не было. Ой, обстреляли наш комбинат, комбинат очень хороший, только сделали евроремонт у нас, и все было очень красиво, хорошо. Вот результаты нашей национальной доблестной гвардии. Спасибо большое Киеву за наших детей, за наше хорошее детство, за детское. Это же детский садик, да? Да, детский сад. Угу, хорошо. Осколки, да? Как он называется, поезд Киев-Мариуполь, пожарножовщина началась, там такая, там, ребята, кто за ДНР, кто за, из-за них, там еле-еле разборонили. А я говорю, тут такой местный народ, сейчас это продадут тебя. Да. Тут нельзя. Тут нельзя, тут очень страшно. Ну вот, а говорят, что мы тут Украину не любили раньше. Любили мы эту страну. А за что ее любить теперь? У нас эти просто не успеваем забивать эти окна. Вот, правда, смотри, как разбито было вот это верх полностью. Увидели то, что окна выбиты, нету этих, как они, стеклопакетов, все это валяется. Прорвало вот трубу, разорвало у нас трубу вот здесь. Холодная вода, все это текло, ковры, полосы мокрые, гардины все дрявые. Ну все это валялось просто на полу, ну это ужас. Стекол упал, ну что, что можно сказать, вы же видите, все повырывало. Украшали группы для того, чтобы встретить детей.
начать учебный год. И что это получается, я даже не знаю вообще. Ну что еще говорить? Вы сами все видите, в принципе. Тут и говорить даже ничего не нужно. Как-то так. Вон, потолок у нас, смотрите, как подрублен. А утром сегодня находили прям осколки. И где находили осколки, оно стрел ковер. Вот, прям дырочки вот эти. Видите? Ну, все это так по минимуму сейчас, конечно, поубираем. Находили осколки и прям палатки. Вот, дырки. Везде вот эти вот дырки прожженные. Как можно в таких условиях вообще работать без защиты, без ничего? И дети, я не знаю. Сука, отставь. И вот видите, отошел откос. Полностью откос отошел от этого, от стены. Кафель посыпался. То есть дети у нас теперь уже сюда не могут вернуться? Ну вы понимаете как? Как бы нет, почему могут? Но нам нужна помощь, чтобы в первую очередь нам сделать окна, откосы, чтобы детям было тепло. Отремонтировать трубы, которые порвало. Угу. Вот. Все мы это, конечно, женским коллективом восстановим, помоем, пошьем, повесим, повысушиваем. Но тем не менее нам нужна помощь. Мы не можем принимать детей в холодные группы без окон. Вы же сами все видели. Какой-то детский садик? Это 220-й «Ласточка», который находится на Абакумова, на конечной остановке. Хорошо. Спасибо вам. Не за что. Мы вчера здесь находились, до половины третьего мы здесь были. Потому что потом детей забрали, у нас было 10 человек на вчерашний день. Их забрали родители сразу после обеда. Мы поубирали все и разошлись по домам, конечно же. А оставалась сторож, методист, заведующая здесь была. Вот. А вчера вечером это все произошло. Бедный сторож чуть с ума не сошел. А примерно во сколько это было? Не знаю, где-то около 7, наверное, да, Рина? Да, 6 до 7. Да, да, с 6 до 7 это было. И когда нам всем обзвонили, сказали, мы как бы пока это все не увидишь, оно же не можешь даже представить. Когда мы все это увидели сегодня утром, мы все рыдали. Как можно было вот на детский сад, на детское учреждение? Зачем бить по слабым местам, где находятся наши дети? И мы тоже беззащитны, мы не можем защитить их. По возможности, да, когда вот эти бои идут, мы их прячем, накрываем одеялами, матрасами, мы прячем их. Но извините, но это ж не дело, надо заканчивать вот это все. Мы вообще, мы педагоги, мы нейтральные люди, нам все равно, кого нам воспитывать, таких детей. Нельзя так просто, разве можно бомбить детские сады и школы? Это плохо то, что не было у нас здесь детей на данный момент. А если были бы дети, мы не знаем, что сколько было бы жертв. Потому что это все быстро, внезапно, это все мгновенно происходит. Так что помогите нам, пожалуйста. Мы нуждаемся в помощи. Хорошо. Спасибо. А скажите. Спасибо вам. Эту дверь мы только что подняли. Она была вывернута. Угу. Да, сейчас перезвоним. Осколочки, блядь, в детском садике у нас. Включили. Что случилось вчера? Вчера тут упали снаряды с Красногоровки, били украинские. И попали снаряды в поселок Абакумова на Конечной. И разрушались квартиры. Попали окна и садик, детский садик, тоже окна все повылетали. Много раненых тут. Вот у меня сосед раненый, вчера забирали скорую помощь. Жене стеклом. Жене он попали в голову, ну там немного там стекло выпало, когда поднималась на третий этаж. Вот такое. А в квартиры было попадание? Было, да, было. У меня в окно осколок пробил тройное стекло, вот это вот металлопластиковое. Ну, мать стояла там в кухне, и возле нее так вверх пролетел, снизу как бы это. Вот такой осколок вот нашли вот сейчас возле детского садика. Вот что творят украинские наши, типа защищают нас. Националисты.